Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Герич, приложит максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в два, а то и в три раза. Гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Герич, приложит максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в два, а то и в три раза. Гостей. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Герич, приложит максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в два, а то и в три раза. Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Герич, приложит максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в два, а то и в три раза. Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Герич, приложит максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в два, а то и в три раза. Здравствуйте, на связи стадион Этихад, и я, Георгий Черданцев. И я, Константин Герич, приложит максимум усилий, чтобы соперник проводил с ним как можно меньше времени. Знаешь, вполне логично, после окончания матча будет увидеть превосходство в количестве передач в два, а то и в три раза. Манчестер Сити разыграл мяч в центре поля, и игра началась. Илкай Гюндоган. Кевин Де Брюйн. Кайл Уокер. Рахим Стерлинг. Штрафную подачу. И есть там кому сыграть. Мяч покинул пределы поля. Аут. Шейн Даффи. Потеряли они мяч. Теперь надо отходить в оборону. Положение вне игры. Потеря. Все, в оборону. Жезус. Атака остановлена, но кто получит мяч? Тут просто подарили мяч сопернику. Неудачно распорядился игрок мячом, и соперник не преминул этим воспользоваться. Отвоевали они мяч, и теперь вперед на ворота.